и два предмета мигающих. Вау! Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать на новенький ролик, где я собираюсь донатить своему подписчику. Ребятки, в сегодняшнем ролике у нас будет аккаунт, на котором всего лишь 25 бойцов из 35. 8777 кубасов. Ребят, я знаю, что вы давно ждали эту рубрику, поэтому поддержите ее, пожалуйста, своим лайкосом. Давайте под этим видосом попробуем набрать 100 тысяч лайков. Вы набирали и больше, вы набирали 200, 250 тысяч лайкосов. А тут всего 100 тысяч. На самом деле звучит это просто безумно. Итак, какие бойцы у него есть? У него есть все стандартные бойцы. У него не разблокировано Пайпер, Биби, Тара, Макс, Мистер Пи, Спраут, Спайк, Ворон, Леон и Сэнди. Самое главное, что не разблокирован Спраут, потому что сегодня это наша главная цель выпуска. Ну что ж, с помощью рандома мы сейчас с вами определим, сколько мы будем донатить. Либо 950, либо 2000. Орел — это 2000 гемов. Решка, точнее, кто это? Сурок — это 950 гемов. Итак, нажимаем с вами Go, и нам выпадает орел! Ребятки, нам выпадает орел, а это означает, что мы с вами задонатим 2000 гемасиков. Плюс 2000 гемасиков, ребятки! 2016. Какое красивое число. 2016 год. Ну что ж, ребят, заходим с вами в магазин и давайте-ка посмотрим, есть ли у него какие-то акции. Никаких акций я здесь не вижу, кроме очков силы. Какие бравлеры у него прокачаны? У него нет особо прокачанных бравлеров. Все бравлеры 6, 5, 7 уровня силы. Так что, чуваки, сейчас мы с вами вначале потратим его монетки. Купим как можно больше очков силы. Все-таки это же прокачка, ребятки. Прокачиваем. Розу прокачиваем, прокачиваем Карла. И по возможности давайте мы с вами апнем этих бравлеров, чтобы на них выпадали гаджеты. Чтобы как можно больше гаджетов мы смогли выбить за этот выпуск. Вот Динамайка в идеале бы еще прокачать. И у нас еще, в принципе, остается денежка на прокачку Пока. Ну и все, вроде как мы прокачали всех. Мы можем выбить с вами гаджеты на Ниту, на Эль Прима, на Кольта, на Карла, на Динамайка. В общем, перечислять всех не буду. Гаджетов мы сегодня получим много. Ну что ж, открываем с вами большой ящик. И что нам выпадет из ящика? Нам ничего не упадает, но упадает 15 кристаллов. Я помню тот момент, как мне кучу раз подряд выпадало по 5 гемасиков. Это было что-то с чем-то. Итак, открываем большой ящик. И мы получаем много очков силы на разных бравлеров, но не получаем того, что нам нужно. Я попытаюсь сегодня достать Спраута и надеюсь... Спраут к нам придет. Как выманить Спраута? Есть очень простой способ. Просто показать ему куст. Он подойдет к этому кустику, а ты его такой... Хова! Поймал. Ладно, это вам не ловля покемонов. Так, с мега ящика тоже ничего не выпало. И... опять опыт. Только один опыт выпадает пока что, но... Опа! Гаджет! Ну, наконец-то! Меня уже просто начало это немного нервировать. Кольт! Гаджет! Устройство для перезарядки. Кольт мгновенно перезаряжает револьверы двумя пулями. Вау! Супер крутой гаджет. Получаем с вами еще 3 кристалла в бонус. Ну что ж, за 250 гемов, в принципе, неплохо. Даже нет, за 3 соточки гемасиков мы получили с вами один гаджет. Надеюсь, что это был не последний гаджет на сегодня. А вот прикиньте, если сегодня за весь ролик выпадет только один гаджет. И это был гаджет на Кольта. Ой. О, 6 предметов. Нет, 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 нет. Видимо, у нас будет еще плюс один гаджет. И это гаджет у нас на Карла. Все-таки не зря мы прокачивали этих бравлеров. Хотя бы гаджеты навыбиваем. Итак, мы уже выбили с вами целых 2 гаджета, и причем фактически подряд. Это очень и очень хорошо. Так, а я знаете, что забыл сделать? Я забыл посмотреть шанс. Шансы 2% на гаджеты, на Лего 0,656, мифический 26,26 и эпический 57,56. Не, ну в принципе, с такими-то шансами можно что-то получить. Достаточно быстро. Так, опять большой ящик открываем. И переходим с вами к мега-ящику. Минус 80 гемов. Засекайте. Оба. И 5 предметов, да, зато плюс 13 кристаллов. Не, ну хоть так будем компенсировать наши потраченные гемы. Хотя бы так. Лучше, чем ничего. А то только эти монетки получаем. Так, мы наверняка с вами нафармили еще немного опыта. Я думаю, что стоит прокачать... О, Брока как раз-таки уже можем апнуть с вами. И, наверное, мы сможем с вами прокачать вот этих вот всяких джинов. Сможем прокачать с вами Тика, Джеки, Мортиса. И кого еще можем прокачать? А, 8-бита, конечно же. Завершающий 8-бит у нас. Также висит у нас Бия. Давай мы ее апнем. Итак, ребятки, приступаем дальше к открытию. Плюс один бравлер у нас появился, на котором можно выбить гаджет. Это как раз таки Брок.
И вот прикиньте, сейчас по случайной случайности нам выпадет как раз таки гаджет от Брока. Переходим к мега ящику. 7 предметов. 7 предметов, вы это видели? Я это видел на секунду, прежде чем я открыл. Так, опыт на Фрэнка. Получаем очки силы на Брока. И 2 предмета мигающих. Вау, у меня такое второй раз. За всю мою историю у меня такое второй раз происходит. Нам выпадает Пайпер. Давайте, давайте, еще одного Бравлера. Только не гаджет. Еще один Бравлер. Это кто? Это Биби. Мы с вами выбили Пайпер и Биби. Сразу 2 эпических Бравлеров подряд. Как? Ребят, этот выпуск обещает быть очень интересным. Итого мы с вами получили опыт на Барли, на Розу, на Фрэнка, на Брока, на Джеки и Пайпер и Биби сразу же. Вау. Ну что ж, тактика действительно работает. Это мы с вами получили с мега ящика, значит, не зря мы все-таки открываем мега ящики. Вот кучу выпусков подряд мне не выпадало ничего из этих мега ящиков. Ну а тут бац, и сразу 2 Бравлера с одного мега ящика. Блин, ребят, Суперселл, вы просто красавчики. Я вас обожаю, я вас люблю, ребята. Вот это круто, вы сделали мой день. Мое настроение просто улетает в гору. Вот представляете, каково приятно видеть сразу 2 Бравлеров с одного ящика. О, 6 предметов, да ладно. Сейчас еще что-то выпадет. Не, ну сейчас наверняка будет гаджет. И да, это гаджет на 1 Амайка, которого мы прокачали. Вот видите, опять не ошибся. Так, мы с вами получили монетки. И, наверное, сможем кого-то еще апнуть до 7 уровня силы. Джесси, пускай будет у нас. Пайпер можем разок апнуть. Биби апнем. Ну и все, монетки мы больше сливать не будем. Что ж, за 1000 гемасов мы с вами получили много чего интересного. И мега ящик. 80 гем. Опа! 5 предметов. Ну да, не должно же все время вести. Логично же. Как бы с таким рандомом можно и в космос улететь. А прикинь, сделай такой челлендж. Открывать ящики до тех пор, пока ты не выбьешь всех бравлеров. Да, это круто. Крутая идея. Запишу-ка я ее себе где-нибудь. А вы можете поддержать ее в комментах. Мы получили очень много очков. Наверняка мы с вами можем еще несколько... 6 предметов. Я видел только что. Наверняка мы с вами сейчас сможем еще одного бравлера апнуть. Ребят, 6 предметов. Сейчас нам выпадет еще один гаджет. И это, по сути, будет 4-й гаджет, либо новый бравлер. И да, это гаджет у нас на Пока. Я вот только их прокачиваю, и сразу же на них попадают гаджеты. Это так круто. У нас как бы с ними договор, с этими бравлерами, понимаете? Я их прокачиваю, а они мне гаджеты. Второй большой ящик идет у нас. И... да, у нас 2000 монет уже есть. Так-так-так, кого апнуть? Рика можем апнуть. А можем апнуть Дэрила. Давайте-ка Пэм прокачаем разочек. Вау, Пенни можем вкачать. Ну и вот этих вот бравлеров. А, Була до 7 уровня силы можем апнуть. И наверняка Джеки сможем апнуть. Очень скоро, через пару ящиков. Так, ладно, сейчас мы с вами должны Була прокачать. Давай очки силы купим или не купим. Не знаю, 89 гемов. Нет, я думаю, не стоит тратить 89 гемов. Это все-таки 2 дополнительных ящика. Лучше откроем один большой ящик на всякий случай. Получим удвоитель жетонов на будущее. И откроем один мега ящик. Хоба! 5 предметов. И получаем с вами 8 кристаллов. Ну и немного монеточек. Ну что ж, вкачиваем с вами Була. Вот он Бул. Бул 7 уровень силы. Гаджет разрушается. И так, мы с вами только что открывали мега ящик вроде как. Поэтому сейчас 2 подряд больших ящика у нас будут идти. Первый, второй. Да, я думаю, не стоит их так быстро открывать. Окей, секретная комбинация, ребята. Я закрываю сейчас себе экран. Открываю мега ящик. И смотрю на количество предметов. 5 предметов. Эх ты, блин. Давай то же самое с большим ящиком. 1, 2, 3. 3 предмета. А, в принципе, по большому ящику понять невозможно. Давай еще раз так. Оп. Я ничего не вижу. Просто открываю. Слышу звуки. Ну и вроде как все, да? Да, больше ничего не будет. Теперь давайте мега ящик. Итак. Монеты. Дальше у нас идет опыт. 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 А, блинский. Опять 5 предметов. Ладно, большой ящик. Если честно, я уже немного подустал открывать эти ящики. Чё-то мне раньше казалось, что я намного быстрее сливаю все эти гемы.
О, сейчас мы с вами дойдем до финалочки. Финалочка будет вот-вот. Понимаете, да, мы почти дошли до этого финиша. Ну что ж, сейчас будет финишная прямая. У нас осталось 170 гемов. Это получается пару открытий буквально. Вау, гаджет Аброка. Все, ребят, за этот выпуск мы выбили достаточно гаджетов. Гаджеты могут больше не упадать. У нас есть вариант. Мы сейчас открываем мега ящик и открываем два больших ящика. Либо мы сейчас все денежки тратим на большие ящики. Посмотрим по шансам, что у нас. О май гад, шансы большие, ребятки. Шансы очень большие. Ладно, откроем один мега ящик. Открываем его. Не повезло. Ладно. Но надежда еще не потеряна. Значится, мы можем открыть два больших ящика. Итак, раз, два, три. Опа. 68 монеток. Давай, мигающий предмет. Нет мигающего предмета. Ну ладно. И, ребятки, остался последний ящик. Предлагаю прямо сейчас всем тыкнуть на лайкосик. И мы с вами открываем его. Тыкаю в левый глаз. Хоба! 63 монетки. Джеки. И да, нам с вами не упадает новый бравлер. Мы сегодня с вами смогли выбить всего лишь двух новых бравлеров. Это у нас Биби и Роза. Ну что ж, это все равно неплохо. Это очень круто, ребятки. Два бравлера с одного ящика. Счастливого ящика. Также мы прокачали ему немножечко бравлеров. Нафармили ему монеточек. И вот такой вот выпуск у нас получился. Увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на канал. Пишите в комменты, если хотите попасть в следующий выпуск. Ну и рассказывайте об этом ролике своим друзьям. Увидимся с вами в следующих роликах. Адьос. Playtime.